Ребят, всем привет. Едем с Вовчиком. Вов, передай всем привет. Привет. Всем нашим подписчикам, друзьям. Едем с Вовчиком на открытие загонной охоты 2020 года. Сейчас встречаемся с парнями, перегружаемся в одну машину и уже вчетвером стартуем на место. Охотиться будем на моей родине, в Смоленской области, в новом месте. Поподробнее расскажу на видео. Для нас это мероприятие очень такое торжественное. Мы долго к нему готовились, шли к нему. Вот. Ну, а результат вы сможете увидеть на самой охоте. В процессе мы вам все покажем. Да, Вов? Да. И расскажем. И нарисуем. И нарисуем даже. Мчим по смоленской земле. Димон. Вообще на этой охоте у нас будет 5 Димонов. Надо фоткнуться, будет пятером. 5 Димонов. Из 9 охотников 5 Димонов. Димон, все повернулись. Да, Вов? Да. Тебя плохо видно. Осталось нам ехать совсем недолго. Приедем на базу, переодеваемся, оформляем документы и сливаемся на охоту. Привет, ребята, всем! Переодеваемся. Пап, то есть дед, а тут гуси. Гуси? Собаки в ожидании. Все, какие водные. Красота. Как ребята? Ждем бригадира, который с камерой стоит. Сейчас будем решать. Переодеваемся. Конечно. Да. Собаки у входа просят. Да, Димон? Да, конечно, обязательно. Перспектива есть? Ну, ладно, полная. Да. Ну все, да, переодеваемся. Переодеваемся и готовимся к охоте. В ожидании. О, как ощущение. С рацией. Олегович. Дядь Сань, ну что, как к старейшину? Что скажешь? Отлично все, отлично. Природа хорошая. Настроение. Настроение бодрое. Все улыбаются, все смотрят, как все. Праздник. Все, праздник, да. Всей компании дружной. Сегодня праздник открытия. Открытие охоты. Да, Роман Витальевич? Да, да. Патроны обновленные, покупные. Самонаводящие. Да, да. Димон, как настрой? Нормально. Потряхивает? Легкий мандражик есть? Ну, там что-то прохладно. Так и должно быть. Ну что, Роман Витальевич, готовимся? Да, да, отлично. Доброе утро. Здрасте. Доброе. Что, забираю? Да, раздавай, ребята, мы хоть билеты. Заполнили все как положено. Разрешение, лицензии. Готовимся к выезду на место. Давай всех сюда и... Давайте я под ручку. Курочкин. Курочкин. Калиночев. Роман Витальевич. Чик, 9. Ты счастливый номер? 9? Да. Нормально. Дмитрий Алексеевич. Сливака. Хоп. У нас три левши здесь. Димыч. Стреляем кого? Быков. Только быков, только с рогами. Практически все видят друг друга. Поля хорошие, просматриваются. Стреляем под 45 градусов. Вот так, да. Ни в коем случае не по соседу. По линии, да. Не по линии стрелков. Либо пропускаем назад. Поднять надо. Посадить. Нормально, абсолютно. Полные надежды, да, дядь Сань? Давай. Подам. Деда, держи. Сюда, а капать туда.
стул куда-нибудь вниз дать, Сань. Пакет тоже вниз может. Вниз. Красота. Полный команда надежд, на борту. Да? Команда на борту. Вон, с рюкзаком. С корзиночкой. Ром, забивай меня через... Ром, прими. Игорь Александрович Суров настраивается. Игорь Александрович Суров настраивается. Вообще войдем? Войдем, конечно. Поменьше, нюхайте, где? Ждем мы осень, золотую пору. Весь охотники ждут с нетерпением. Это лучшее время в году. Как хочется утрянку отстоять и на рассвете канонады праздник встретить. У костра гитару в руки взять. А как настанет утро, не заметить. Вечером... Идет расстановка номеров. Дрон следит за основной машиной. А мы сидим, у нас карабины с Димкой. Неловко, да? И мы сидим здесь. Сейчас покажу, ребят. Дядя Саня выгружается. Дрончик следит, летает. Следующий номер вон там стоит, предыдущий. Рамет. Дядя Саня. Молодец. А мы здесь вот до поворота. Или это вот все? Там туда будет еще. Такая обстановка, съемка идет онлайн со всех направлений. Вот это вот мы едем вперед прикола, а сзади идет ком газелька Соболь, тоже на шинах низкого давления. Там у нас основная банда сидит. Дальше кустов стреляет. Ну да. Ты уже, если он подальше уже там, то около той березы уже не различишь. Нет, метров на 50. Сказали, можно, да. Взяли. Кого взяли? Ну, быка, стреляли, не взяли еще. Ну, давай, что стреляли. Что за история? Ну, стрел, как бы уверенный. Дима говорит, что краем вышел. Где стрелял? Откуда? Дима стрелял, говорит, вот здесь стоял. Вот его номер. Он говорит, стрелял по-чистому один раз и вот в эту сторону, в сторону кустов. Ну где зверь-то он был, говорит? Вот где стрелял, вот он стрелял. Где березки или где этот куст сухой? Тут же близко.
правильно. На нас это самое. У нас была корова с телятами. Да? Я не видел, а вышла между Ромой и Димой. Ром, видел, да, это кого? Да, я много лосей видел. Сколько? 10? У меня нет, у меня вышел так, вот конец дороги, вот корова с двумя телятами. Вот 3 метра, они меня чуть не сбили. И корова между мной и Димкой Резняком прошла одна большая. А мы никого не видели. Вот прям в упор, 3 метра, они меня, я говорю, чуть на стуле не сбили. Вот так, вот. Лицан, ты кого видел? Корову. Большая корова тоже? Нет, у меня была маленькая. А маленькая, а потом вот большая? С грудью? Маленькая. Не без сисек. Как там все? О, собаки. Слава Богу. Все, на одном месте. Слава Богу. Как? Все загон. Молодцы, хорошо прям кричали. Здорово. Сработала, вообще класс. Готов, да? Молодец. Да, да, готов. Она на мертвую орет тоже. Ну, а если бы Чернобай промазал бы. Пропел еще, я слышал. Слышишь? Если бы Чернобай бы еще промахнулся. Да, говорю, это Чернобай стрелял траву. Он сразу сказал, говорит, попадание слышу. Я ведь различил, какой траве быка-то стрелял 30 метров. Когда на поле, нашли. Корова моя с ним, наверное, шла. Потому что он выстрелил, она вопла. И сразу вышел, да? Подруга, да, детца? Наверное, да. Одна осталась. Аминь, дискей, плосканул цикунак. Чё ты сказал? Идем к зверю. Дмитрий Олегович. Ох, елки-палки. Продираемся через кусты. Нет повода важнее для меня, чем утро долгожданной той субботы. И у костра мы вечером споем о том, что этот день мы так все долго ждали. Димон, ну что, понял? Конечно. Спасибо. Вас прям затрясло. Олегович, Коля. Олегович. У Олеговича мимо не может быть, даже удивился бы. А? Красавчик. Хороший. Хороший. На крови. Ну, корзинка-то в большой машине. Вы его только не выкатывайте из клея. Он в клее хорошо лежит. О, даже сердце почти. Сердце удлиняется. Да, да, да. Ну не буду. А если он бил наискось? Он по диагонали бил как раз вот такой. А, вот так тогда. Она в легкие задела. В легкие не задела? Не, ну говорит, сопел бы, кроба шла. И пенил бы он, не пенил бы. Легкие вот. Стреляют сюда его. Ну, он хрипел, лежал и хрипел, потому что может рта не отбивать. Вскроем, увидим. Спорить не будем. С Петисловой протянем по полю с конем. И брат Андрюха будет тоже скоро с нами. Эту страсть через года мы пронесем, и сыновьям любовь к природе прививая. Слушай, стрелял-то по такой, казалось, большой диагонали. Мон, покажи, чем прошила, стрелял. В Оланде? Да, как-то лидерный. Хорошо, прошла. Информация по кости, да? По диагонали. За стрелка, с полем, за заводом. Полем, спасибо. Полем, ребят, да, с полем. Молодец, рука не дрогнула. Полем, полем. Одной пулей, да. Вон, ты там аккуратнее снизу. Такое чтобы не перейти. Не налейте ему, да? Снизу так кружечку с тями поставил. 35. Молодец, Димон. С полем. На 300 я залез. Пика. Ну что, я стрелял так нормально. Опасно. Для второклассника как. Для второклассника опасно. Ну что, Димон, ты счастлив? Ну а что, мы сейчас позвоним Коле, да и все, приедем. Супер. Ну завтра на все привет. Расстояние маленькое, ветер крутит по этой площадке нахуй. Ну, все, плюнул. Братка, едем.
Рома еще забирает? Рома пешком. Поехали. Он знает. Вечером большие планы на блюда козырные. Накроем красивый стол, поляну. Зверь есть. Давай, машинка еще нас не подведет. Сейчас попрем. Охоты русской, грациозностью впитав, совместных выездах традиции сыновьям передавая. И нет грустнее дня календаря, чем мрачный день закрытие охоты. Возьму, напьюсь и сдам путевку я, и буду ждать заветную субботу, где трещат поленья, варится шулюм, дымок костра дымит и змейки вьется. Нет праздника душевнее для нас. Открытием охоты он зовется. Ну что, ребята, мужики, давайте с полем, да. С полем. Давайте. С полем. Ура! Ура, ура, ура! Состоялось. Ура, ура! Состоялось, давай. Да, Андрюх, Димон. Димон, Андрюх. Давайте. Давайте, чин-чин. Как там? Чин-чин. Давайте, ребят. Отличник. Это солнце падает, плохо видно лицо отличника. Прокормил отличник сегодня. Боевой прокормил бригаду. Подготовки. Прокормил сегодня 9 душ. Что бы мы без тебя делали, Дмитрий Олегович? Слышишь? Помнишь, как этот фильм? Повезло. Помнишь, особенно охота лидер. Повезло. Удачи сегодня на Димоновой стороне было. Не зря ему на Мерседес птичка какнула. Мы все прислушивались при этом. Только шлепок. Стоим, разговариваем, такой шлеп. Я брал его чистить кошечки, когда у нас сейчас охота, когда непонятно, зайчика не поднять, только лисичка. И вот ты бегаешь эти просечки, где ты понимаешь, что мы будем кварталы охотиться. Спокойненько почистить и подзабрать, ну вот. Пусть раскидает. Раскрежевать валежину какую-нибудь. Да, бензопилу не потащишь в рюкзачке. А топорик-то завсегда можно положить. Лентяй. Как лентяй? А бензопилу это быстрее и больше пропилит. Нет, это да. А если совмещать с охотой, на это же сучка. Или сучка так себе, понимаешь? Нет, Игорь, можешь ее почистить? Нет, нет, нет. Я ее не мыл, я магазин такой купил. Ну и все, она все там мыла. Отмоет? У нас все будет. Это лишнее, у нас все стерильно. Не, а хотя она прикипятит. Кани, я вообще. Кани. Я попал, выложил для него ролик и говорит, вот есть два отказника. И я, короче, говорю, ух. Это тут ты про топор. Да, перу, короче. А так мне до середины декабря ждать. Дай хоть в руках подержи, нельзя. Да смотри, что хочешь делать. Я сейчас пойду. Ты зря сказал. То есть это прям вообще крайний финиш. Руки, руки, ага. Руки. Глаза слезятся от дыма. Сегодня печенка у нас морковка. Морковку надо обязательно. Ну вот правильно, видите, это не понятно. Всю заразу. Да, 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 да. Это все. Это все надо. О! О! Нам нужно прижарить. Сейчас лучок чуть прожарится, печенка, полчаса и готово. Вот, ребята, все. Не дождешься. Это сказка. Вот оно. Лучок обжарил с морковкой, да? Лучок с морковочкой, все. Печеночка вымоченная. Все, полчаса делов. Я перчик потолок. Сейчас. Сейчас. Ты знаешь, дорогой мой, можно еще? Даем перчик. Давай. А оно все равно там никуда не уйдет. Давай. Какая красотища. Ой, ребята, это сказка. Да. Это сказка. Вот оно. Все, накрываем сейчас. И там почти закипает, да, Дмитрий Игоревич? Да. Можно, можно сейчас. Щепоточку. Это папричка. Давай, 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 давай. Щепоточку пойдет.
Еще одну можно пойдет. Конечно, конечно. Еще. Все, достаточно. Красота. Раз, перезаряжаю. Нет его. Где он? Овес. Это самое. И вот я раз слез с вышки, подхожу, искал, потом раз тут лежит, где-то опять. Я так сама, сразу затылок, бух, не думая. Ага. Ну и все. И что ты думаешь, к кустам от Володи подъезжай, там все, тогда сюда, ладно. Другой, да? Нет, не другой, все, оттащили к кустам, все, стали обдирать. Вот, это самое, желудок был, вот как мешок белый, пустой вообще. Ни зелени, ничего, вообще пустой, вообще ничего нет. И вот ой, это самое, одна нога передняя, правая перебита, вот, колоколена, ага. И все. Если бы голову не добил, он бы потом убирал все. Годники ждут с нетерпением, это лучшее время в году. Как хочется утрянку отстоять, тем выходу. Давай, возьму. Смотри. О! Есть печеночка. Там кипит, тут шкварчит. Да. У нас слюни текут. Обалдеть. Снимаем пробу. Пошли. Да. Добро. Добавили. Ты будешь ждать. А где там пробу, говорят? Игорь Саныч, ну как? Готово. Огонь. Процесс пошел. Вот она, все шкварчит. Ставим за стол. Все, что добыто не по сильным трудом. Твоими трудами? Да. Мы сегодня нашими молитвами пробуем такое блюдо. И отмечаем открытие загонной охоты. Все к столу. Давай. Ура! Ура! Димон, свет дай. Как что, значит, хоть повидали? Мы добыли. Люди говорят, мы отпилить мы не увидим ничего. Мы добыли. А хлебушка нет? Да. Нет. Еще и повидали. Да, как печеночка, Димон. Обалденно. А выстрел какой был? За ушами трехит. Во рту тает. Да. Свежие, походу. Не размарывай. Повар 100 баллов. Повар за печенку 100 баллов. Не повар. Повар где? Спасибо вам. Молодец. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Мужики, если чаще будете приезжать, удача будет вам лучше светить. Три казанки. Гек самой насос. Гек насос. Надо подходить с автоматами придумать. Не, ну там же шесть. Понюхай там другие стоят. Чего? Молодец, старый. А на моем отлетело. На вилку видишь? Ребят, жишка. Это дверь на пределе. Как бульон. Просто огонь. Просто огонь. Дмитрий Олегович, просто огонь. Я не мог оторваться. Камера? Да. Ребята, лучше ничего не пробовал, и лучше вы не пробуйте. Вам не достанется. Да. Очень вкусно. Ты хотя бы вылей сейчас. Все кушают, да? Вкусная грудинка? Да. Если бы... Дима, посмотри на меня. Если бы у меня была бы ложка, моя, а не Андрюхина, я бы не отдал бы. Не очень вкусно. Андрюх, ребята, бамба была. Ребят, вообще. Ну, ложка Андрею пришлось отдать. Ну, сама твоя не отдал бы. Ты все правильно сработали. Ну, а как? Все помню. Ах, он браконьерный. Я не знаю, может, там уже до этого ускакивал, но у нас между Димой и Вовой выбежал шильник. Я вот только заметил уже, когда он шильник на линии Стрелкова. Согласен. Так он сказал, мы уговор какой? Первый завод. Бьем рогача? И тут на Диму выходит, он же тоже страховал, ну, контролировал. Он говорит, бить не бить. Дима, говорит, сел. Говорит, тебе что, через него стрелять? Да я не буду. Говорит, ну как так-то, говорит, ну блин. И он говорит, ну, он должен смотрелся. И шильник этот пробежал, если сразу через секунд 30 коров за ним. Ну, это... Она бежала еще, знаешь... С голосом. С голосом, квакала как-то. Ну, посмотрели так, ну, все. А потом уже завидую вам, белой завистью. Я сегодня ничего не видел, ничего не слышал. Но страховал как мог. Во всех кустах. Во всех кустах, во всех ебенях. Не, ну, сегодня должны были товарищи отличиться. Они не стреляли. Очень рад. Честно.
Это все уже прошло, когда мне там дабу. Я хочу стрельнуть. Нет, мы коллектив. Вот все, вот самое главное. Добыли, результат. Абсолютно все равно. Что да будет. Самое главное, вот чтобы был результат. Знаешь, у меня всегда ощущение. Ёб твою мать, лишь бы не подвести. Вот все. У меня такой, лишь бы пацанов не подвести. Да. Вот возьми себя. Напряг какой-то берешь. Нет. У меня пацаны не за себя. У меня никогда такого не было. Да, 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 да. Вот лишь бы не подвести пацанов. Я даже слышишь, я специально это на ружье не это. Не это, ремень не одевал, чтобы не было соблазна его повесить на плечо. Я его всегда в руках держал. Я снял ремень, чтобы нет. Все хорошо. Замечательно. Ну на самом деле, что еще больше? Добыли? Добыли. Открылись. Ну, будущее впереди. Есть задел на будущее. Так что как-то так, ребят. Отдыхаем очень шикарно. Хорошо сидим. Замечательно. Всем хочу сказать, Дмитрий Игоревич, вот вы наш оператор, да? Всем хочу сказать. Самые сильные парни, это не с Москвы, которые живут в Москве, а с регионов. Рязанские, смоленские, липецкие, тамбовские. Вот вся округа, она сливается и крышует Москву. Класс, да? А тут такие есть. Вот подвел как, да? Подытожил, резюмировал. Шурпа, красота. Красота. Да вообще все красота. Андрюх, ты что делаешь? Я угощение для товарищей. Ничего себе, ананасик. Да. Ананасом она. Зеня, а что такое русская охота? Мы когда охотиться поедем, да? Да. Давай, не нарушай традиции. Когда охота, я рыбак. А когда мы на охоту пойдем? Ананас, вот такой вот ананас. Какой здесь, смотри. Прогоняли. Да? Ага. Так, хорош. Мясцо. Это все что? Удачно. Рога свои. Да, один вырубили, все сделали. Раскидывай. Вот, парни подошли. Ну что? Кто? А почему 6? Нас на сколько? Нас 6. Они забрали. Стрелку рога. Стрелку рога. Мы все даже разыграли. Нет, рога это вот. Вот, и он. Ну, я и говорю, а мясо ему зачем? У него трофей. Там еще зубки есть, верхние и нижние. Это тоже ничего. Давай, отворачивай. Ну, что, давай, короче, все в сборе. Да, участвуем в разыгрывании. Поэтому, кто у нас? Это бонус. Димон, загадывай. Поехали. Кому? Ладно. Димон, себе? Да. Отчетливее, пожалуйста. Левий. Кому? Курочкин. Запоминаем, да? Кому? Резнюк. Дим, запоминаем. Раз, два, три. Кому? Черновай. Дим. Кому? Кузнецов. Ну, это осталось моё. Да, все на видео зафиксировано. Все, никуда не запомнили, да, ребят? Да, шикарная была охота, завершили ее. Получение. Вот получение небольшой паечки. Всем поэтому... спасибо за участие. Да. Что, разделили? Увидите продолжение нашей охоты. Вернее, всю охоту увидели. Вы уже видели в нашем фильме, да. Как мы отдыхаем. Спасибо вам всем за внимание. До новых встреч на следующей охоте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.
найти его в глаза, нахуй, я перепугался, не пойму, что, блядь. Да ладно, ты иди нахер. Очень интересная история. Очень интересная.